Гисметео прогнозах расскажет вам небесная канцелярия. 22 июля, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 11 градусов тепла, днем плюс 18, ясно без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 766 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 22 июля Панкратий и Кирилл всей семьей пробуют первые огурцы. По народному поверью, нужно было самый первый огурец закопать в потаенном месте сада, чтобы в следующем году быть с хорошим урожаем огурцов. На этом у меня все. Добрых вам улыбок. До свидания!